Всем привет, с вами Лев, это обзор модов часть 2. Обзор я буду делать на печку, да, вот такую вот, в принципе, которая крафтится из 8 кирпичей, да, и, как вы уже поняли, это кирпичная печка. И, в принципе, во-первых, что хочу добавить от себя, то, что я, когда заходил в Майнкрафт, да, я поначалу думал, то, что крафт этой печи будет вот такой вот, да, то есть дефолтная печка, да, из камней, которые крафтится, и потом ее надо было бы добавлять до крафта и прибавлять еще 8 кирпичей. Ну нет, ребят, в принципе, только 8 кирпичей получаешь так же, как из камня, то есть также 8 камней. Булыжника, точнее, ну вот здесь кирпичи так работают. В принципе, хорошо. Чем отличается эта печка, да? В принципе, от обычной она отличается тем, то, что она плавит все в 2 раза быстрее. И плавит, и жарит. То есть, вот вы сейчас видите на своих экранах, как это все происходит. И, в принципе, да. В принципе, это достаточно хороший плюс. Про первый плюс забыл сказать, а именно про то, что как раз печка крафтится достаточно дешево. То есть, как я уже и сказал, то есть здесь даже не используется обычная печка, хотя могли бы сделать, то есть в том же Industrial Craft, то есть сделать железную печку, нужно добавлять обычную печку. Хорошо, в принципе, в любом случае, давайте продолжим. И третий плюс, это то, что ресурсы не тратится. Ну, то есть, они тратятся, как у обычной печки. Вот, давайте мы сейчас... так, что я хотел сделать? Я хотел... Вот, давайте один уголек и, например, я не знаю, давайте 8 железа. Точнее, 16 железа возьмем. Вот, добавляем один уголек и 16 железа. И главное то, что она будет тратиться... То есть... Один уголек это 8 вещей может переплавить в обычной печи, а из-за того, что здесь скорость в 2 раза быстрее, она может 16 переплавить. То есть это экономия просто в 2 раза. Это просто самый лучший плюс этого мода. Я, кстати, только что проверил, я просто уже перезаписываю, наверное, раз 10. Ну, типа были проблемы с записью. И, то есть я только сейчас додумался вот так вот проверить, я мог этот плюс просто не сказать, и это было бы глупо. Ну и четвертое, это, наверное, даже не плюс, это просто чисто для тех, кто любит строить, там, выживание в креативе, то есть можно сделать камин вот такой вот, ну вот, примерно, вот, что я сделал, да, я не знаю, как-нибудь стекло закрыть, типа, я не знаю, как-нибудь красиво сделать, короче, то есть вот как-то в итоге вот так вот получается, чтобы печки долго горели, можно просто ведро лавы засунуть, и она будет стак целых вещей жарить, в данном случае 2 стака, потому что все в 2 раза быстрее, да. Вот в этом сундуке у нас тут все это есть. Да. Вот, например, пьем вот это. Так, а я что-то забыл. Нет, я ничего не забыл. Вот сюда мы добавляем вот так вот все. Вот видите, вот так вот красиво все достаточно получается. То есть такой вот плюсик, да. В принципе, это все, что я хотел сказать об этом моде. И как бы да, все. В принципе. Я бы хотел бы сказать спасибо за просмотр, все такое, но нет. Хочу сказать про ролики, про то, что уже 2 недели, ребята, они не выходили, и теперь они будут ходить снова, как бы, 3 раза в неделю, да, я это вам обещаю, потому что я делал себе такой вот перерыв, потому что было очень тяжело их снимать, да, и, в принципе... Думаю, вы меня поймете. Ролики теперь будут выходить чаще, и через каждые 4 ролика я собираюсь записывать обзор модов, да. Естественно, следующий обзор будет больше, потому что, во-первых, у меня подготовились получше, да, к обзору, потому что сейчас я как-то решил просто быстренько записать ролик за день, прям по-быстрому, да, потому что обычно у меня... ролики, ну, где-то дня через 2-3 только выходят после того, как я их записал, то есть монтаж, все вот это делаю, но вот сейчас все за один день делаю, в принципе, ладно, все рассказал, ролики будут ходить чаще, обзоры через каждые 4 ролика буду пытаться делать, может быть, даже чаще. У меня, кстати, есть папка, где заготовлены уже все моды для следующих обзоров. В принципе, ребята, хорошо, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, всем спасибо. Пока-пока. И увидимся как бы в следующем видео. Да. Пока-пока.